Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Star Wars Jedi Изгой. И сейчас мы отправились вместе с человеком, блин, я забыл, как его зовут, чтобы получить корабль. Его корабль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, панель информации, найдите корабль Ландо. Леди удачи, это Ландо, вот. Понятно. Мы должны пробраться на корабль. Должны. Проберемся. Противник. Противник. Думаю, нам сюда. Подожди. Не спеши. Не спеши. Что у нас? Вот оружие подобрал. А ты все спешишь куда-то. Не надо спешить. И паниковать тоже не надо. Осторожней, ты так сейчас помрешь. Эх, стекло не разбить. Ладно. А, вот моя крошка. Надеюсь, они хорошо о ней заботились. Дайте мне минутку, чтобы все проверить. Хорошо. Так. Это обновлено. На что это похоже? Ну, похоже, мы не сможем так просто на ней улететь. Ее удерживают магнитными швартовыми, а также они включили силовой луч. Я могу разобраться здесь, но это не решит главной задачи. Люк закрыт, и не думаю, что мы сможем снять блокировку, просто вежливо попросив об этом. Вам придется найти центр управления полетами и открыть дверь к звездной панели. Лучше поторопиться. Скорее всего, здесь скоро появятся наши конкуренты. Без проблем. Удачи, Кайл. Давай. Спасибо, Ландо. Адиос. О! Падла. Это что, не лифт? Я думал, это тоже лифт. И нежданчик. Ой, а мы не здесь оказались. То есть не там, где я думал, что мы окажемся. Опаньки. Кайл, я отключил энергию швартов и думаю, что они будут сильно удивлены, когда попытаются использовать. Удачи. Так, зарезали, ладно. Я туда хоть бегу. Вау, ну-ка назад. Так, первый есть. Второй есть. Но нам не этот страшно. Вот этот вот. Вот этот, падла. Понял. Все. Вот так. Я даже не помню, что здесь. А, текстуру. Да, кстати, не вздумайте падать. Там очень горячо. Кстати, пишите по поводу видео, которое я сделал с разрешением 800 на 600. Какое лучше? Вот такое? Или то видео? Мне? Ой-ой-ой-ой, ну-ка давайте-ка посмотрим, что у меня. Вот он. Смотрим, куда нам. Куда нам? Нам сюда. Сюда. Прыжок. Дальше куда? Ну, в темноте вот так вот. Да ё-моё. Падла. Убили. Так, он нас как видел, там мы его не видели, он нас видел. Ну ладно. Будем придерживаться того, что тут NPC-шки. Блин, я ничего не вижу. Ну. Вот и есть. И как мне. А, вот. Вот. Все, нашел. Тихо. Вот так. Теперь этот дебил. Еще один. Опа. Ой-ой-ой.
Блин, мне тебя что, идти к тебе, что ли? Ой, так не хотелось. Да ё-моё! Еще этот по мне стреляет, снайпер. Откуда он? Я видел этот луч. Не надо мне тут. Вон он. Вон он. Вон он. Так, первого подбили. Второй. Нет, не подбили. Да ё-моё. Давай. А почему я тебя попасть-то не могу? Что, заговоренный что ли? Да быть не может. А, двигаться нельзя, да? Да, все. Всех побил, всех убил. Всех зарежу. Вот еще дебил стоял. Что ты здесь стоял? Кого ты здесь ждал? Чего надеялся? Непонятно. Так, прыжок, смотрите, у меня стал гораздо выше. Ну туда мне все равно, а там вроде ничего и нету. Конец карты. Насколько я помню. Это мой напарник. Или не мой напарник. Кто там вообще стоит, я так и не знаю. Может, это X-Men. А, G-Man, который в халве. Может, это он. Хайлайф, кто играл, может, видел там. Эй, приятель, это оружие обезвыжило меня. Вы сможете с этим справиться? Конечно. Посмотрим, что у тебя выйдет. Да как так-то? Я же попадаю. Попадаю. А оно... Так... Не понял. А, второе оружие, да? Да. Все. Спасибо, Кайл. Теперь я. Да пожалуйста. Всегда рад помочь. На здоровье. Так, хреначим, что у нас здесь? Как нам сюда попасть? Ладно, пойдем по порядочку тогда. Че? Этого не ожидал, да? Воу. Так, забегаем и расталкиваем всех. Нет, 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 так не пойдет. Вы меня так задрали. Бум. Вот все. А это-то уже... Кто тут еще булькнул? Кто булькал? Я вам побулькаю. Мы идем дальше. Нам надо открыть крышу. Так, найдите... Так, найти корабль. Найти, как открыть крышу. Залить топливо. А, ну еще и подсоединить, конечно. Да. Еще? Нет. Все. Какая отвратительная рожа. Где еще? Так, я оттуда прибыл. Это-то что?
Помер. Так, ладно, помер, помер. Ну что-то я... Что-то я вот думаю, что туда мне можно залезть. Да. Вот. И вот этот снайпер, представляете, по мне бы стрелял сейчас. Никакого человеколюбия. Ой. Так. А тут можно было по-другому зайти? Можно было по-другому, да, зайти? Как-то? Или я ошибаюсь опять? Так, а зачем мне сюда надо-то было? Помню, что зачем-то надо. За каким-то хреном. А вот за каким? Так. Давай еще. Кто вот сюда прибежал? Так, сохраняемся. Откуда кто мог сюда прибежать? Здесь нету? Здесь нету. Вот и будем сейчас мы сами хреначить вот отсюда вот тоже. Вот он, смотрите, прибежал. Откуда вот ты? Вот не было тебя. Вот, откуда ты прибежал? Падла. Ни хрена, он что, подождите, он что, на ходу что ли так стреляет? Так вот. Ой, не так. Ой-ой-ой. Давай. Вот так. Чем я буду с тобой, как с ковбоем, там разбираться? Итак, у нас охота. У нас охота. Вот здесь должны ходить два тела. Высматриваем их. Первый. Ни хрена себе, он меня залепил. Ты почему не испепелился-то? И еще один должен быть. Давайте ждем. Ждем его. Вот он. Вот все. Порядочек. Хо-хо-хо. Так, по низу я бы шел. Че бы я куда пришел? Ну, к той двери. А так наверх запрыгнул и даже не знаю, правильно ли запрыгнул или нет. Ой-ой-ой-ой. Опаньки. Ну я кое-что придумал. Я сбегал назад и подобрал броню, которую я оставлял.
Так. А на меня могут охотиться здесь. Внизу есть кто? Нету. Ладно. Тут есть кто? Ну. Удачи, Кайл. Я где-то что-то открыл. Смотрим. Есть кто? Снайперы есть? Надеюсь, что нету. Мам, что, мне через окно вылазить, что ли? Вот никакой культуры, господи. Никакой культуры. Через окно. Точно? Блин, надо на всякий случай проверить. А, нет, вот. Я уж подумал. Ну, ничего себе кидало, через окошко лезть. Это же не культурно. Давайте. Нам надо на так-то вот сюда залезть. Вот видите, это топливные баки. И какие из них, какие заправлять надо? Это потом включать их надо будет. Знаки узнаем и включим. Так. У нас что, найдите корабль. На корабль-то мы найдем сейчас. В дверь зайдем и найдем. Так, а вот, кстати, я откуда прибыл. Эй, приятель, рад, что вам это удалось. Ты уже всех повалил. Они не потрудились заправить мою детку горючим. Это займет несколько минут, и мы отсюда выберемся. Смотрите, у нас проблемы. На корабль. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. Это раз и проблемы. Это не проблемы. Это недоразумение. Кто там еще стрелял? Ой, а их много еще. Их-то оказывается много. Давай. Мой меч против ваших бластеров. Вот так. Еще пришли. Еще один готов. Ой. Кто-то еще с бомбами. Задержите их, а я пока попытаюсь поднять ее. Вот и все. Давайте. Подзаправимся. Прикрывайте. Кто еще? Кто-то? Да где ты их находишь? Блин. Где ты их находишь? Ну-ка, давай-ка вот так вот. Чтобы все по чесноку было. Эй, приятель, рад, что вам это удалось. К сожалению, они не потрудились заправить мою детку горючим. Это займет несколько минут, и мы отсюда выберемся. У нас проблемы. Опаньки. Опаньки. Все. Этих завалили. Идем следующих валить. Вот так. Идем следующих валить. Открыть огонь. Есть один. Ай-яй-яй. Не держите их, а я пока попытаюсь поднять ее. Хорошо. Давай, кого тут надо задержать? Давай, я здесь стою. Задерживаю. Ой-ой-ой. Ну-ка, куда? Падла.
Вы куда все идете? Я туда не иду. Вы туда тащитесь. Ой. Кто? Ой. Где? Блин, заблудшая душа. Иди сюда, сын мой. Я воспитаю тебя. Как своего. И ты чё за ушлёпок? Так, это вот пульт управления. Все? Или не все? Кайл, у нас проблема. Ну, что нового? Через трубопровод не поступает топливо. Должно быть, они перекрыли клапан в главных резервуарах. Посмотрите, может, вы сможете пробраться туда и открыть нужный клапан. Там используется кодовая система, так что убедитесь, что вы знаете нужный код. А также вам все еще нужно найти устройство управления секциями на крыше. Они должны быть где-то здесь. Я подготовлю все необходимое, чтобы отправляться туда. Удачи! Смотрите, вот. Желтый X. Желтый X. И красный. Вот. Я даже не знаю, красный это кругляш. С палочкой. Давайте. Мою жизнь. Восстановим патроны. Патроны мы не тратили. Хорошо. Итак, секция закрыта. Давайте первую сначала откроем. Открытие первой секции. Опа! Где ты? Опа! Еще. Давай. На! Падла. Включили, взяли, включили, включили, бомба не надо, включили и последнее. Это первое. Вы должны открыть вторую половинку. Давай, открывай. Где я? Так, а где корабль? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка. Ни хрена не так. Возьмем более точный, вот этот более точный. Вот так. Мне дальше куда надо? Дальше надо топливо. Как я говорил, трубопровод. Помните, я показывал вам крестик? С какой-то хренью. Вот нам его и надо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Где ты? Снизу откуда-то что ли кидаешь? Эй, чудик, точно снизу, смотрите. Ладно, серый у нас был кругляш, вот такой. Красный у нас был крестик, вот такой. Да что твою мать, ты где находишься-то? Что-то я тебя не вижу. Ну и бог с тобой. Не хочешь показываться на людей? Не надо. Так, мы вышли. Оп, сюда. Расстреляли его. Так, я что-то... Понять не могу. У нас ангар в другой стороне. Ух ты. Как бы не упасть. Так, это что у нас за дверь? Нам туда не надо. Здесь у нас что за дверь? А, вот он, ангар. Итак, мы правильно хоть сделали там? Смотрим. Серый крестик. Серый крестик. Серый крестик. Красная. Вот такая штучка. Ну, вроде бы правильно сделали. Заправьтесь топливо.
Так. Идем сюда. Так. Еще. Не. Так. Отличная работа, люк открыт. Нам еще нужно топливо. Нам нужно топливо. Значит, мы с топливом что-то не то сделали. Так. Я не хочу так все обходить. Мне проще вот так обойти. Ну давай, падай. Так. Так, корабль топливо заправьте. Все правильно у нас было. Красная вот такая штучка. И серая вот такая штучка. Они все равно вот эти бездействуют. Вот она. Серая. Крестик. Серая крестик. Красная вот такая штучка. Крышу мы открыли. Так, а где-то тут дебил, который этот кидается-то. Где ты? Я тебя в прошлый раз так и не нашел. Вот, слышите? Сверху. Падла, ты что, где-то глюкнул, что ли? Завис. Вон он. Я тут думал, ты где прячешься. Все, закончил. Так. Вот он. Я ошибся. Что значит постараемся? Мы уберемся отсюда. Мы обязательно отсюда свалим. Так, ну, есть еще, правда, небольшой один проблем, который у нас будет. Поэтому дайте-ка я сразу немножечко тут. Так, где у нас будут проблемы? У нас проблемы будут, ё-моё, вот здесь, по-моему, если я не ошибаюсь. Будем надеяться, что хотя бы кто-нибудь попадет на них. Итак, вон они, видите, там маленько не те. Вот те и те. Топливо-то разное нахрен. Все, идем за пушки, садимся. Мы выбрались. Конечно. Звучит не очень привлекательно. Не верю, я не мог ошибиться. Да я в тебя верю. Куда направляетесь, господа? Займите место у орудия и задержите их. Мне нужно совсем мало времени. Блин, я-то думал, что мне мины-то эти помогут. Только мины зря потратил. Ладно, чё ж теперь? Поза. Сожалеть о содеянном-то. Да. Вот так вот.
Хотя, учитывая, как что-то за пушка тут с первого выстрела должно быть. Сносить. Хорошо. Отличная работа. Отлично. Давай, свалим с этой планеты. Все в порядке. Скажи прощай этому рассаднику и скажи привет Клауд-Сити. Помощь нужна? Расслабься. Я придумаю план, как выдворить Диссана и его друзей из моего города. Ну что ж, на этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки, оставляем комментарии. Кайл! Кайл, вставай. Нет, Джен! Кайл, ты в порядке? Я буду в порядке. Хорошо. Пока ты спал, я связался с базой Новой Республики на Сулусте. В прошлом они не выказывали большого интереса в нашей небольшой контрабандной проблеме, но теперь, когда они знают, что за этим стоят силы оставшихся, они жаждут ввязаться. Через несколько часов на Беспин должна прибыть ударная команда. Не. Я думал, ты будешь счастлив. Они предупредят Диссана. Тогда ты поймаешь его позже. Поимка Диссана не так важна, как зачистка города. Джен мертва, Ландо. Диссан и его слуга убили ее. Черт, мне жаль, Кайл. Ладно, ладно. Вот что мы сделаем. Я сброшу тебя на нижний уровень. Скорее всего, они переполнены солдатами оставшихся. Так что повнимательнее. Все шансы на то, что Диссан действует из одной из погрузочных площадок над 10 уровнем. Но ты туда никак не попадешь без соответствующих кодов доступа. Постарайся найти карбонитовый зал 17. Я спрятал там старого R5 с кодами для всех погрузочных площадок в городе. У тебя всегда были планы на крайний случай. С момента стычки с Вейдером. Тем не менее, я отправлюсь наверх и соберу нескольких старых друзей из сил охраны. Мы пробьемся к тебе вниз. Если нам повезет, мы сможем поймать Диссана до того, как прибудет Новая Республика.